7 чики бамбо не смотрим. Клип. NF. Уж как всегда мрак. Ну, мне нравится такое. Такое депрессивное состояние. Словно реклама к фильму «Оно», да? В общем, да, если вот заметить все его клипы, примерно одной какой-то цветокоррекции, такой мрачной, реально давящей своей депрессией, шарики черные, все, ну, все очень мрачно. Даже вот его яркие кроссовки не спасают положение. Появился. Все, сейчас будет ускорение. Я прям слышу. У меня там метроном в голове. Поэтому я уверен. Так вот у нас люди появляются. Знаете, вот там тут что сгущается, да, сейчас был крутой резкий такой ударчик, словно это начало какого-то, то есть начало грома, да. Мне кажется, мы увидим дождь, молнии, все увидим. Мне нравится его экспрессивная подача, да, очень такой яркий эмоциональный окрас. Он прям то-то-то-то. Ну, если так послушать, да, то в принципе в начале, ну и вообще, ну, использует такую плотную рифмовку, да, скорее всего. Одна и та же рифма там. До сих пор. Очень долго, да, используют одна и та же рифма, там где-то строчек, не знаю, 10, наверное. Не, ну это круто, да, капюшон, черные шарики, атмосферно, качель, да. Вообще качель это как бы радость жизни обычно, да, а он тут спит, то есть такое вот, то есть полная депрессия. Ну, это сказ о том, что ему проигрывать. А земля словно вообще сожженная, да? Тоже такое. Мне нравится то, что да, у него такой депрессивные песни все, да, но при этом в его потоке, да, флоу может покачаться, да, так скажем. И странно, да, одновременно, но мне все равно заходит. Прям тут. Флоу у него плотный, да, этот. И плюс, наверное, да, больше из-за того, что он поет от души, так скажем, да, то есть он. Словно реально, то, о чем он поет, он знает, о чем да, он поет. То, что он искренний, и он прям почти злобно читает. Словно он зол на себя. Какая рифмовка, да, прям.
очень плотная, чертовски, чертовски. Они думают, будто бы мы сегодня не скучно играем. Они говорят, как будто бы мы сделали. Пали-пали-пали, будто пали-пали-пали, будто пали-пали-пали, но мы там видим, но были так много. Все, он идет. Сонно. И он куда-то все идет. Все, это конец. Фу, даже атмосфера, это прикольно, да, ветерок, все это. Красиво, красиво, конечно. Ух ты. Я же воду, да? Я нет. Во-первых, его песня, да, замечается одиночество. Скорее всего, он реально одинок и долго копается, да, в себе, да, как говорят. Да, жизнь говно, но у нас есть лопата, да. Но это к тому, что надо, типа, разгребать, да, дерьмо. А он, как бы, взял на себя такую ношу, чтобы копаться в этом дерьме. И все, там люди ходили в белой одежде, словно это, ну, уже умершие люди, да, которые уже там, как бы, приспособились. То есть, которые люди, которые типа проил, так скажем. И вот он умер словно. Ему вот дали белую одежду, да, чтобы он уже переоделся и уже начал как бы все ходить по этому земле. Кажется, что здесь рай, так как люди уже умерли все, но при этом раем вообще это не назовешь. Ну, не назовешь так, ну, там, видите, да, такая мрачная обстановка и так далее. Ну и, конечно, флоу у него. Супер, 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 супер скилловый, мастерство. Бум, то есть он раскачивает, при этом расскажет какую-то историю, еще имеющую такую разговорную стилистику. Очень хорошо, хорошо, хорошо. Добра посетила, чики-бомбой.